Китай заинтересован в поставках белорусской говядины на свой внутренний рынок. Специальная ветеринарная комиссия КНР подвела итоги работы в Беларуси. Специалисты посетили 4 мясоперерабатывающих предприятия, 3 животноводческих комплекса и ряд контрольных лабораторий. Китайские эксперты отметили, что ветеринарная система Беларуси весьма эффективна, а нормативная база по контролю качества пищевой продукции во многих пунктах схожа с китайской. Наше Министерство сельского хозяйства уделяет большое внимание качеству поставляемой продукции. В Беларуси очень высокоразвитая ветеринарная нормативно-правовая база. Судя по тому, что мы видели на предприятиях и лабораториях, которые посетили, мы уверены, что вопрос с поставками белорусской продукции в Китай будет решен максимально быстро. Белорусские продукты уже завоевывают свои позиции на китайском рынке. Напомню, ранее 14 молочных заводов нашей страны получили право экспортировать свою продукцию в КНР.